Накануне дня сотрудника органов внутренних дел в деревне Сарнхорн Чебоксарского района торжественно открыли мемориальную доску геройски погибшему 2,5 года назад на Северном Кавказе оперуполномоченному УБОП Николаю Поручикову. Говорить о войне сложно. Страшные потери болью отзываются в сердцах не только близких, но и сослуживцев, друзей, знакомых. Николая Поручикова коллеги ценили всегда за высокий профессионализм. Молодым лейтенантом он пришел на службу в уголовный розыск. Его боевые заслуги на Северном Кавказе неоднократно отмечены государственными наградами. Он погиб в неравном бою 19 апреля 2011 года в дагестанском городе Хасавюрт. Его не стало в 36 лет. Человек жив, пока жива память о нем. Стараниями сослуживцев память майора Николая Поручикова теперь увековечена и в камне. На подвигах погибших солдат правопорядка воспитываются новые поколения сотрудников органов внутренних дел. Они ставятся в пример. В честь их проводятся и в настоящее время. Регулярно мы проводим соревнования, посвященные имени Поручикова. И дальше эта традиция будет продолжена. Я думаю, она станет традицией на долгие годы в Чебоксарском роде.